Сегодня в Молдове вспоминали жертв депортаций. Вспоминало руководство страны, политики, партии, журналисты. Сталин, ГУЛАГ, депортации, репрессии. Всего суммарно за несколько волн депортаций в военные и послевоенные 40-е годы страну покинуло порядка 56 тысяч человек. Большая часть из депортированных в страну по итогу вернулась. А в 90-е годы в нашей стране, по данным официальной статистики, проживало более 4 миллионов человек. 4 миллиона 360 тысяч, если быть точным. Сейчас в Молдове осталось менее 3 миллионов жителей. Еще миллион живет на чемоданах, ежегодно уезжая на заработки. Вот и выходит, что за годы так называемой независимости порядка 1,5 миллиона человек самодепортировались окончательно. А еще миллион живет в ожидании отъезда. Отсюда возникает вопрос. Так ли был страшен Сталин и его депортации? Или же румынские флаги и идеи оказались страшнее для жителей нашей страны?